А сейчас бы мне хотелось пригласить представителей звукозаписывающей студии Silence Records Company Александра Загрянского. Александр, ваш микрофон. Аплодисменты никогда не смолкаю. Добрый день. Так, ну, пару слов скажу, да, мы второй раз уже участвуем как партнеры, как спонсоры, как учредители наших независимых премий, которые именно по нашему мнению три премии получат, трое победителей, которых, в принципе, выбирали именно мы, руководствуясь, прежде всего, нашим взглядом, да, нашими какими-то оценками вашей профессиональной деятельности, ваших профессиональных качеств, которые вы показывали на протяжении всех туров этого конкурса. Значит, в руках у меня три сертификата. Да, три, может быть, два показалось, но их три. Значит, начну с третьего места под названием «Запись сингла». Да? Что такое запись сингла, все понимают по-разному, но я так объясню, что, в общем, это запись под фонограмму, которую, в принципе, участник выбирает сам, либо мы помогаем ему определиться с выбором. Вот. Значит, на наш взгляд, самый достойный претендент на третье место. К сожалению, в никакой номинации он не выиграл, но нам показалось, что уровень профессионализма у него, я бы сказал, даже зашкаливает. Это наш гость из Москвы, Сергей Дик. Простите, я прослушал, а что было? Мне просто мама звонила. Мама вам позвонит еще раз поздравить с третьим местом, которое вы получаете. Это сертификат на запись сингла в нашей компании. Осталось найти сингл. Ну, либо мы вам с этим поможем, либо... Ну, в общем, там есть телефончик, можем все вопросы с вами обсудить после. Спасибо. Пойду утру слезы, правда, неожиданно. Маме надо позвонить, сообщить. Так, второе место получает, опять же, не победившая по основным номинациям, но, на наш взгляд, очень талантливая конкурсантка. Так, нет, я ошибся, извиняюсь, конечно, ошибся. Она как раз лауреатка конкурса. Наталья Шкоденкова поднимается. Поздравляю вас, Наталья. Все нюансы мы с вами уже обсудим лично. Это вот вы не представляете, вы просто исполнили мое желание. Самое-самое заветное. Спасибо огромное. Спасибо, аплодисменты спонсору. Спасибо вам, Наталья. Вы очень открытый, эмоциональный человек. Я сегодня первый раз видел ваше выступление. Ну, надеюсь, оно не последнее. И жду вас в нашей студии. Ну и первое место. Запись сингла, но на определенных условиях. Это как бы такой уникальный момент, да, то есть эти условия обсуждаются именно с человеком, который предоставит вот этот сертификат. Вот. Значит, Надежда Карасева поднимается на эту сцену. Надежда, поздравляю вас. Здесь указан телефончик, да, по которому мы обсудим наши с вами дальнейшие творческие действия. Да. Пожалуйста. Ну, на этом я, в общем, поздравляю всех остальных участников и желаю пробовать свои силы, не стесняться, даже если кто-то остался неудовлетворенным своим выступлением или, так сказать, как его выступление отметили другие, то пробовать свои силы в следующий раз. Удачи. Спасибо огромное.
А сейчас, кстати, кто громче хлопает, нам сказали, следующий сингл будет записывать тот, кто сейчас громче хлопает. Александр, посмотрите, кто, как много сразу поклонников. Но на этом, опять же, мы не заканчиваем. Наши спонсоры не перестают нас радовать.